У нас в городе это было просто нереально не прийти в хоккей. Зачем тебе это? У тебя хорошая успеваемость. Ходили слухи разные, что тут дедовщина. Женский хоккей и мужской хоккей – это два разных вида спорта. Там просто не рука, а Месси. Это нормально, это часть работы. Звенит в ушах лиха.